Русский — это то, что от вас ждал весь мир. Часто смотрю видео этой женщины, мне очень нравится, как она на открытую парафинит русских и русскую власть. Но надпись под этим видео конкретным мне очень задела и, скажем так, была неприятной. Несмотря на то, что я патриотка Украины, каких еще поискать надо, но я также патриотка своей страны, своей родины. Мне очень не понравилась формулировка этого текста «Украина подняла Грузию». Никто нас не поднимал. Никогда мы не стояли на коленях для того, чтобы подниматься или чтобы нас кто-то поднимал. Мы народ с великой и огромной историей за плечами, с огромным и великим прошлым. Народ, который всегда шел на войну, никогда ничего не боялся и отстаивал свое мнение. Поэтому сказать, что Украина нас подняла куда-то там, это очень глупо. Мы очень благодарны украинскому народу за 93-й год, за 2008 год, за всю их поддержку. Но и мы отдаем отдачу за все, что делал украинский народ для нас, мы отдаем отдачу и благодарность. То, что вы видели на улицах Тбилиси, это не то, что нас Украина подняла, и мы такие в себя поверили и пошли митинговать. Нет, мы всегда были таким народом. И мы пошли митинговать за свое право, за свое мнение и за свою свободу слова и право жить в той в стране, в которой мы хотим, в такой стране, какой мы хотим. Вот. Поэтому вот так, а призывать русских брать пример с грузинов. Знаете, я тоже вот в одном из своих последних видео призывала к этому русских. Но вот здесь я понимаю, что если они нищие душой, нищие духом, слабые духом, то это ничего не исправить. Это должно быть в крови. А ихняя позиция — это сидеть дома, отмалчиваться и авось все само пройдет. Поэтому как-то вот так. Ты дебаса Катвелас. Слава Украине и пиздец Российской Федерации.